Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War, легендарный уровень сложности с вызовом без поражений, без авторасчета и без массовых отравлений за фракцию Тила. Я, кстати, забыл, блин, что у меня в Греции долбанный. Налога нет. Минус 12, да? Нафиг эти 800 рублей, если честно. Пускай пока так и будет. Слушайте, тут мировая ситуация меняется просто капец. Еще недавно везде бои были, уже вон Массилия пробежала, захватила себе эти земли. Арверны уже захватили себе вторую половину этих земель. Бои отступают, плюс бои воюют с бастарнами, которые забрали себе весь север. Бастарны в союзе, блин, с царскими скифами, я правда не помню в каком союзе. В оборонительном или в каком? Нет, это военные союзники, капец. Это военные союзники скифов, бастарны, вот это вот вся канитель. Плюс скифы уже тут же выскочили, смотрят на меня жадными глазами из Сингидуна. Точнее, на Сингидун. Армия, да? Я не знаю, может ли у них еще одна армия здесь выскочить. В Акынке у меня 11, в Сингидуне 8. Давай я, короче, прыгну на всякий случай сюда. Черт его знает. Также. У меня не помню, где не получилось ядер забрать. Потому что очков действия не хватило. Но я ее разграбил. Разок, взял себе деньги, и то хорошо. Кстати, на эти деньги надо бы уже расширить Пульпудеу наконец-то. Я хотел здесь сделать общественные земли и вот эту постройку дом работорговца. Я думаю, что с Афинами и со Спартой я разберусь, но что делать с Римом, с Массилией и с Арвернами? Массилия на меня еще пока не напала. Еще пока. Я чувствую, что до этого очень недолго. Я, конечно, их сильнее, поэтому они ссут, посцевают. Вот Арверны типа меня сильнее считаются. Они, я так понимаю, забрали всю Африку. И плюс... Ой, не Африку, это Испанию. Плюс еще залезли в Африку. Но они вроде с Римом хорошо, хороших отношениях, да? Да, ну в более-менее хороших отношениях с Римом они так, зеленоватеньких таких. Еще мне интересно, какого черта показывают, что Рим может напасть на Кассиенти. Ну ладно, пока суть до дела, мне нужно обязательно на Эпидам напасть. Поэтому эту битву первым делом проводим, а там уже будем нажимать концы хода и все такое. Погнали. Так, попробую баллисту реализовать. Пускай она постреляет по... флоту. Сама. Сама, пожалуйста. Может, сейчас кто-нибудь высадит, в смысле, выйдет из города, может быть, на меня. Из-за того, что у меня баллиста. Пес его знает. Не знаю, как у нее получится, не получится. Все-таки она стреляет. Не, получилось нормально. Развалило пополам один корабль. Очень хорошо. Прачников, да? Завалило второй. Шикарно. Нет, больше не получилось. Не успела просто она больше, к сожалению. Там никто не идет, нет? Нет. Никто. Давай. А, нет, идут. Идут сучары. На 4 третьих, я думаю, хватит. Кто? Датели дротиков. Прачники. Прачники. Эти ребята тоже сюда давайте. Зараза стоит, пуляет бесплатно по мне. Сейчас догоним всех, конечно. Никуда от меня не денутся. Не зря я брал одну
Один отряд конницы. Этих тоже догоним. Можно уже бежать догонять, кстати. Подходите, твари. Пикинеров я собак спущу на пикинеров. Ничего там у них не получится. Так, вы двое коней своих не убейте там, ладно. Подрежу немного. У них еще граждане-всадники есть, надо на них тоже испытать собачек. Не так интересно как-то вышли по кругу, пошли ко мне. Ну ладно, пофиг. Идут, понимаешь. Давай по пикинерам целься. Прачники, метатели дротиков, прачники, прачники, фигаченьки. Блин, куда косой, капец, вообще ужас просто. Ужас. Ладно, целься в центр. Получше, получше, разлетелись. По-моему, собаки сейчас побегут не туда. Да, собаки понеслись куда-то не туда. Ну-ка. Попались, сюки. Ну и чё? Догоняйте, давайте. Сам кинеров со всех сторон. Это что такое, граждане всадники? Надо же, мне как бы пофиг на эту пехоту наемную, поэтому стреляй по своим. Походу собак моих перерубят все, это канитель. Конная. Там что? Отборный гоплит. Вот пойдем. По ним постреляешь. Много у них граждан всадников. О, у меня этот фланг весь очистился. Заходим. Ты смотри, он решил тоже из битвы выйти, побежать за моими прощами. Все, передумал. Что, не помню, когда такое было. Всадники колеблются. Ты посмотри. Разрывают дистанцию, врываются куда им надо, блин. В спину, пожалуйста. Вот так. Отлично.
хорошо. Всадников сейчас, я надеюсь, полководец мой перерубит. Блин, по этим отборным копытам стреляют. Пофиг ему. Баллисты уже нет давно никаких патронов. Мечики Флорекс хорошие. Окружение и бьются, блин. Идите, блин, толстолку сына никакого. Хотя иди подерись с отборными гоплитами. Все, не надо своих убьешь. Секунду, окно закрою. Долбит кто-то, блин. Ну что, вы сдохнете все или нет? Сколько можно-то? Странно, вроде все сдохли, а что-то победы не дают. Видимо, не все. Странно. Ну, пошли тогда разбираться. А, вон, нихера себе, вон. Слушай, у меня патронов нет, а что делать? Мне проигрывать нельзя, как бы. Время выйдет, вы проиграете. Ну-ну, нормально вообще придумали. Так, ну вроде прокатит. Вот они колеблются. Все, фу, обалдеть. Охренеть, посмотрите, сколько собаки нахерачили. 362, 365. Нарезали кого-то там. Так, ну сейчас-то я надеюсь смогу захватить. Хватит мне очков перемещения? Да, хватит, только мне надо еще раз. Но это я вырежу. Так, есть. Оккупируем. Хорошо. Котейщики ранг 2. Сносим все нафиг, короче. Всяких там. Ну, естественно, всех наемников убираю. Есть кто хочет напасть. Я имею в виду вот этих. Милости просим. У меня есть чем вас занять. Традиции, ну, урон ближнего боя, наверное. И дальность перемещения как полководец. У Марта. Кстати, я хотел поменять его, но у меня еще и Туциамар до сих пор болеет. Так, ладно. В общем, сейчас будет потненько, я чувствую. У меня 8000. Плохо с порядком из-за зимы, я понимаю. Да, минус 2, минус 12, сука. Кто там мразь здесь сидит? Что я могу нанять интересного? Ничего интересного на самом деле. Можно копейщиков нанять. Чуть-чуть. Чтобы позащищать свою прощу, как говорится. От всяких вот таких вот упырей. Великой Греции 0, да, я знаю. Ну, не хочу я пока. Ладно, поехали. Смотрим, что Рим будет делать. Вот это вот. Что это вот это вот? Так. Его какой-то агент дрочит. Повернулся к нему лицом, видите? Ага, да. Так, так, так. Все? Все. Теперь Греция интересует, что будет делать. Греция ничего не сделала. Афины тоже ничего не... В смысле, не Афины, не Спарта ничего не сделали.
Так, окей. Значит, никто на меня не напал. Все пассивно себя ведут. Горн в Анфее построился. Столица моей. Эти звездочка, столица, стало быть. Это позволяет не посягнувших делать. За, блин, мечательно. Там боевой дух сделать еще. Плюс 20% они вообще будут. Не unstoppable, ёп. Население увлечено Иллирией. Ну, в смысле, херово все. Я понял. А где у них? О, а что это? Вам ничего не надо? Вам не интересно? Не, ну ладно. Как бы окей. Я думал, вы хотя бы в ядер залезете. Видимо, они боятся моей армии той. Видимо, они совсем дохлые стали. Я сейчас тогда захватываю, а потом уже я не знаю куда. В Эпидамне я, наверное, поставлю дом мастерового. Чтобы я мог в Иллирии тоже нанимать баллисты. Да? Или вот здесь лучше это сделать? Это быстрее будет. Да, наверное. Пока так. Пока просто заткну затычками. Потом буду думать, как тут лучше все построить. Ага. Ну и, собственно, Спарта, да? Мурзде с греком и котец Афином. Они все из города вышли, чуть дебилы, да? Блин, у меня есть хоть ночная атака хоть где-нибудь? Жаль, но нет. И у тебя тоже нет, да? Нет, к сожалению. А кто есть? Кого-нибудь? Нет? Ни у кого нет ночной атаки. Никто не знает, как это делается. Уничтожение обоза. Хорошо. Так, у него крит, все, он никакой битве не участвует, понятно. Теперь, если у меня получится еще вот этого чпонькнуть, я тогда у них под носом просто заберу поселение, все. Это не получилось, к сожалению. I'm looking at you. Жаль, потому что вот эта вся канитель тоже выйдет со мной драться. Надо было вообще вот этого сначала, блин. Он сидит еще в этом, да? Да, а у меня нету баллисты. Ёпта, на мать твою мать. Так, а я в Ларисе умею баллисты? Не, а не умею. Ну что за человек-то такой, а? Как я мог забыть про баллисту, блин? Так. Этого я кританул. То есть он, в принципе, никуда не пойдет. Значит, я могу сейчас метнуться быстро за баллистой, наверное. А метнуться куда надо? Аж в Пульпудеву, ёпер. Ну, короче, обратно в Пеллу. Либо нападать нафиг на вот этого. Он там, блин, как ежик встанет за этой гребаной фигней. В принципе, я могу на город напасть. Че я выдумываю? Он придет на помощь. Вот. Как ни крути. Но мне надо обязательно его взять, этот город. У меня час только будет на это, да? Вот. Получается, у него тут конина. Немеренная куча всяких спартанских упырей. Я не хочу, правда. Я лучше подожду. Мне нужно как-то сделать так. Если они тут будут стоять, как бы, то у меня есть лучший вариант. Если бы он стоял в городе, тогда да. Тогда как бы нападаешь и все, и не выпендривайся. А так как у меня есть вариант, я могу их задержать обоих и потом напасть на город и у них под носом его забрать. Что мне это даст? Потом они двумя стыками навалятся просто на меня и изувечат. Правильно. Блин. Выходи.
Я немножко еще подожду. Мне не горит прямо сейчас на них нападать. И им тоже на меня не горит прямо сейчас нападать. Давай-ка подводим еще агентов, чтобы нам веселее было на следующий ход. Вот. Сейчас мне надо будет забрать ядер и разобраться вот с этой армией, которая тоже окопалась. Но у меня есть баллиста. Вот здесь как бы я не прогадал, это точно. Они меня не смогли задержать. Шикардос. Могу еще флот подвести на всякий случай. Если оно мне надо, конечно. Сейчас может выскочить чмошник. Мне флот нужен здесь будет, потому что мне нужно будет ядер заткнуть. Давай я его уберу у Брундизии, этот флот. Пока. Потом переброшу, может быть, сюда. Против кого Кипр воюет, кстати говоря? Против Афин. Я понял, наверное, поэтому он и не пошел сюда. Побоялся Кипра. Блин, я не знаю, что там творится. Это очень плохо. Что я этого не знаю, потому что выскочит какая-нибудь дрянь. Давай так. Тихонечку набираем. Свалил эта хрень. И здесь я не знаю, что происходит. Тоже очень плохо. Это все очень, сука, опасно. Я тут вошкаюсь с этими, блин, спартанцами, со всей этой хренью. С Афинами, блин, вот этими вот всеми. Это я вырежу. Так. На этот раз я просто оккупирую. Нафиг эти деньги. Ух ты, что это? Это будет общественный порядок всей провинции. Сколько? 4 хода? Давай перестроим, конечно. Поле 3 хода перестраивается. И это... Левады. Наверное, я снесу, поставлю здесь что-нибудь на гарнизон. Вот. Не то, чтобы у меня пищи было мало, но... На всякий случай... Так, эпидамн, эпидамн. А черт его знает, слушай, потом, попозже решим, давай. Как Иллирию застроить. Так, хорошо, Паттайя. Я так думаю, что быстрее всего отсюда дойти все равно до Ядера и до Нареи, нежели до Сигестики. Вот. Порядок, кстати, отстой. Грибаная Спарта. Ну, ладно, давай. Один ход я еще могу подождать. Если не получится, то буду так атаковать. А сейчас мне нужно разобраться тогда вот с этой канителью. Чтоб он здесь не торчал, падла. Как тополь на плющихе. У него даже легионеров-то толком нет. Союзники экстраординарии, рурарии, какие-то наемное италийское говно всякое. Это триарий, скорее всего, да? Да. Поехали. Такая вот у меня расстановочка. Баллиста ближе всего стоит. Я достреливаю? Не понять. Да куда я достреливаю? Ну, в принципе, раз он стреляет, значит достреливаю. Прямо туда вот в толпу. Бэ-бэх. Слушай, неплохо вроде залетело. Давай вот сюда, прям в постройку целься. Тогда, думаю, попадешь куда надо. Бум, вот хорошо залетело туда сейчас опять. И какие-то дела объединю сейчас. Таки
силы можно считать, сколько он грохнул? 92 уже. Отлично. Я целюсь прямо вот в постройку, да? Тогда он залетает у него. Ой, как хорошо, боже ж ты мой. 121 уже. Сейчас он пока построится. Я там так хорошо накидаю. Что? А, понял. 133. Неплохо. Все, пора уже стрелять. В толпу. Да блин, я ж уже нажал сюда. Даже половины не успел выстрелить. Нормально. Где это стучат? Отряхнули, блин, шапку свою. Конечно, меня конница со всех сторон окружает. Сейчас. Получил чадж. Пращники всегда страдать будут. Все, отступаем. Отступаем. Так, отойдите-ка сюда. Может, кого-нибудь подстрелим сейчас еще. Кто не бьется? Да все бьются. Ну, у них много пехоты, да, согласитесь? Давай эквитов вот этих вот погасим. Какая-то дрянь меня стреляет, полководца. Смотри, ты можешь протащиться уже. Тихо. Вот этих давай. Все, перестали стрелять? Дай-ка присягнувшего тоже протащим. Это у меня присягнувшие? Да, это у меня присягнувшие. Так, давай по своим. Прекрати стрелять, вот сюда стреляй. Это вроде бы застрелы, да? Ага. Но они не перестреляют такую толпу пращников вообще никак. Туралась. Эти гоняются стрелками, на что еще остается делать? У меня нету конниц, к сожалению, в этой армии. Это армия для того, чтобы города брать. Вообще надо бы, конечно, парочку тяжелых каких-нибудь. Ты смотри, они дерутся. О! Как в этих экстраординариев такой толпой еще не перебили, я понять не могу. Ну хорошо, молодец, пил мы кинул без подсказки. Бля, тут развели меня. Плохо. Тут все убежали. Так, с кониной все, да? Покончили, отлично. Вот союзная конница еще.
Блин, ну долго это будет продолжаться? Сколько можно-то? Что они за бессмертные какие-то? Так, здесь закончили, да? И здесь закончили, отлично. Тогда один отряд сюда посылаем. Вроде всех окружили. Осталось только с этими стрелками вонючими разобраться, которые там бегают. Подрежу это дело. Это быстро так произошло, но... Наверное, я никого не догоню уже больше. Ладно, черт с ним. 692 убили. Вот сволочи. Кто там нахерачил больше всех? Неужели наемники? Вот эти вот настреляли. Просигнувшим досталось. Ему вроде отступать некуда, поэтому он должен сдохнуть. От сука, ты посмотри на него, а. Раздражает вообще. Отлично. Это я вырежу. Ну, наконец-то. Покончили с этим упырем. Так, после этого Рим заключит со мной мир или нет? Вообще, блин. Абсолютно немотивированно на меня напал и не хочет со мной мириться. Говно. Говно. Давай. Справимся в Кассентию. Спрячемся, хотел сказать, спрячемся. Так, и дальность перемещения по карте, да. Все, греки, видите, умирают. Вот у них черепок. То есть они сейчас будут нападать либо на Эдер, либо на Эпидам. Я имею в виду Афины конкретно. Спарта что-то тут дергается. Вот эти тоже умирают, грузовые суда. Возможно, тоже куда-нибудь нападут. Все мои агенты походили. У меня 7000 еще. Ах, кто на меня может напасть? Вот здесь вот, в принципе, я никого не вижу. Но это потому, что у меня агентов здесь нету. На Нарею вряд ли, на Сигестику, я не знаю. Если он здесь стоял бы, я бы его увидел. Марверн гребаный. Ладно, поехали. Ой. Я что-то не присвоил кому-то. Угу. Погнали. Ну, собственно, какого-то такого подвоха я и ждал. Нарею у меня взяли. Котец Афинам, блин. Все другие вожди, да? В Нарее, видите, какие твари пришли. Сколько он будет держаться? Ходов до капитуляции? Один. Ой, прелесть. Ой, прелесть. Здесь, кстати, бои идут. Неплохая такая армия. Ну, то есть сейчас будет сражение, естественно. У меня просто нету вариантов. Финни и понт населения ободрено. Окей. Кстати, завершено общественное здание в Кульпудеве. Прелестно. Новая особенность. Скучный и трезвый. Шанс на успех любых действий воителя. Заменить. Тайный агент раскрыт. Ага. Да, и обратите внимание, какие красавцы тут стоят. Охренеть просто. Не дать не взять. Твою мать. Я с ними не воюю, но до этого очень недалеко. Нет, конечно, он не будет меня слушать. Верно, прискакали. Конечно, нет. Конечно, нет.
Так, и Афины, кстати, высадились. Около Спарты стоят. Будут дохнуть тут бесплатно, да? Пожалуйста, сколько угодно. Что-то меня тут... Моему котец Афинам прилетело от вот этого чмошника. У меня здесь есть агенты всякие. А эта армия где была? Вот она. Она дохнет просто. Просто дохнет и все. Так, Брундизи, у меня флот тусит мой. Вот этот. Не вижу, как бы, блин, что еще тут можно хорошего нанять. Ярость Арреса. Гиганты. Гиганты соснут. Это точно. А вот ярость Арреса... Блин, нифига себе, по 900 монет, охренеть вообще. Брундизи будет тяжело, конечно, оборонять. Так, ядер. Здесь я хотел, чтобы у меня был гарнизон. Отсюда мне не уйти. Здесь стоит вот это чмо. Отсюда я, в принципе, могу, конечно, уйти. Но посмотрите вот сюда. Твою мать. Кузовые суда. Мне, короче, флот нужен. Мне нужен флот, как вот просто, как воздух. Нанимаем. Насаждение культуры, да. Сколько ждать-то можно, а? Еще один ход. Три только могу делать. Ладно. Ладно. Почему только три? Непонятно. Сколько времени? Время еще есть. Я отсюда никуда не добегаю, да? Или добегаю? Не, никуда не добегаю, даже дергаться не стоит. Сидим в ядере, пока не дергаемся. Он у меня отстраивается, все дела. Два стека. Флот бы мне очень помог, кстати, здесь. У меня здесь один, видите, а я его не могу увезти, потому что мне Италию... Гребаные... Только я высадился в Италию, и мы все пришли одновременно. То есть сюда пришли сначала Бои, потом Арверны и Массилия. Тяжко. Ну, сейчас разберусь, когда со Спартой. Разбираться со Спартой я буду прямо сейчас. Ну, одновременно, конечно, вот эта битва будет проходить на этом ходу. То я думаю, что легче пойдет. Так, давай. У меня куча агентов здесь. What would you have of me? С этим я вообще не хочу иметь дело. Невыгодно. Давай-ка сначала тогда. Подрывная деятельность, нападение на патруль. Отлично. Теперь... У них нет никакого снаряжения, но как бы, а что делать? Теперь давай нападение на патруль здесь. Отлично. То есть я, в принципе, могу напасть на город. И мне за это ничего не будет. Хочу ли я в такую, блин, себя ловушку загонять? Потому что потом на меня нападет целая толпа. Хочу. Уничтожение обоза. Угу. Кто еще? Еще вот этот вот. Ну... Я не буду ничего им делать, потому что если я сейчас попробую проатаковать агента, может быть фейл. А из этого фейла, блин, что угодно может случиться. Так. Ну и что, я буду город атаковать сейчас.
Я заберу город, у них начнутся потери. Они сразу на меня нападут на следующий ход, я уверен. Мне нужно будет зайти вот этим вот... Вот этой вот армии надо будет сюда зайти. Крита у меня нет ни у кого. Нет, к сожалению. Так. Можно забрать город, потом одну армию. Почему нет-то? Да, я думаю так. Заберу город, потом одну армию вообще. Так. Да. Отлично. Если я смогу, конечно, такое провернуть, блин. Что мне, по-моему, мне кажется, что у меня закончатся все очки перемещения моментально, как только я заберу город. Хотя они же разбегутся немножечко, правильно? Да? По идее. По идее, да. Поехали. Так, давай. Они вышли, да? Ну окей, мне только лучше. Господи. Так, поехали. Где они там? Где-то прячутся за холмами. Да, пока уберу. Не вижу их, блин. А, вон они. Прям на самом наверху. Так, ну окей, а где моя баллиста? А, у меня нет баллисты. Тьфу, ёпт. Все время забываю. Что в этот раз не получится у меня выманить их на себя. Что это? Прачники. Печаль. Прям на холмик забрались, а? Это что? Граждане всадники бегут за мной. Ну хорошо. На самом-то деле неплохо, что они спускаются. Да ладно, поймали. Сумбур тут, блин, пошел какой-то. Все смешалось, люди, кони. Все, здесь кончились. Что, опять что ли? Блин, вот зараза какая. Он больше мне наносит тем, что я наношу себе. Грубо говоря, вламывается в толпу, и они начинают друг по другу стрелять.
Что за лагалово пошло вот это вот? Так, зацепил двоих. Одного. Довольно неплохо, по-моему, получается. Без участия второй армии абсолютно. Надо было ее попозже, кстати, подводить. Тогда я точно смог атаковать еще спартанцев. Да отстань ты, господи, бля. Все, да? Да. Завершить битву. Так, есть. Если я сейчас разграблю, вообще не факт, что мне потом получится купировать. Да, вот они разбежались. Отлично. Я могу проатаковать, в принципе, одного. Вот этого. Да, отлично, да. Я на это рассчитывал. Я проатакую его, и он будет сражаться с всей толпой. Вот. Останется вот этот Типелла, который, в принципе, может напасть, конечно, на Афины. Я могу здесь нанять, кстати говоря, каких-нибудь наемников. Вот. Еще эти останутся, конечно. Да, я, наверное, найму наемников. А чё нет-то? Кстати, вот ты вот можешь нанять наемников? Да. Тоже может нанять наемников. Прилично так, кстати говоря. Мне 6 тысяч, да? Да. Ну, то есть вот этих вот я могу убить. Этого нет. Маленькая армия слишком. А вот этого точно могу. Что все будут помогать. Вот. Ну, наверное, с этого и начнем тогда. С этого и начнем мою следующую серию. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2. Total War на легендарном уровне сложности. С вызовами, без поражений, без авторасчета, без массовых отравлений. За фракцию Тила. Всем пока, лайк, подписка, все дела.